Катя. Привет, 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 Лизо. А, привет, Лизо. Ой, умница какая. Бонжур, Лизо. Бонжур, Лизо. Да. Бонжур, ле филе гарсон. Алис, скажи, бонжур, лез анфон. Вот. И скажи еще, бонжур, лез ами. Бонжур, лез ами. Погромче можешь? Бонжур, лез ами. Начинаем 3 минуты французского. Сегодня тема нашего занятия – животные. Как сказать по-французски «животные»? Лез анимо. Анимо. Когда много, а когда один? Un animal. Un animal. Когда один, это un animal. Un animal. Молодец. Animal. Приблизительно так. Это один. Когда один, это un animal. Один, это un animal. Вот. Кто у нас есть? Покажи, Жюстин, у нас кто здесь есть у тебя на руке? Une vache, корова. Корова. Un ваш. А у тебя кто? Зайчик. И зайчик. Un lapin. Un lapin. Un lapin. Зайчик. Un lapin. А теперь найди-ка, где у нас на картинке зайчик? У нас здесь есть такой пазл. Вот зайчик. Вот здесь зайчик есть. И сейчас Алис найдет его деток. Давай-ка, находи деток. Дай-ка я покажу деток. Ну дай покажу в камеру, а то их не видно. Вот это маленькие зайчики. Вот они, детки, зайчики. Хорошо. Корова. Вот она, корова. Вот она, корова. Ваш. Корова. Ваш. Это не корова. Вот это корова. А это ее теленочек. А во это теленок. А во. Теленок. Вот. Ребеночек коровы, теленок. А во. Курочка, вот она. Вот она, курочка, уже с детками. Алиса все вместе сложила. Жюстин, как будет курочка по-французски? Пуль. Une poule. Une poule. Une poule. Un poussin. И цыпленок. Un poussin. Un poussin. Курочка и цыпленок. Un poussin. Мы сделали зайчика, корову. Вот. Еще раз давайте повторим. Зайчик. Корова. Теленок. Курочка. И цыплята. Цыпленок, цыпленок. Пуссан. А, пуссан. Мама, утя, где же ты? Где же ты, мама, утя? Утя в следующий раз. У нас уже не хватает времени. Продолжение в следующем уроке. Всем пока! Подписывайтесь. Привет! Я хочу мир! Руар ле фи! Пока-пока! Пока-пока!